Сочетание техники и взрывных эмоций. Это можно сказать почти про все латиноамериканские танцы. Сегодня химчане учатся танцевать бачату на мастер-классе. Танец родился в Доминиканской республике, где приятный климат компенсировал невысокий уровень жизни. Как ни парадоксально, считается, что там проживают самые счастливые люди. Настроение передалось и танцу. Мастер-класс провел преподаватель хореографии Бижан Канаат. Показал базовые шаги бачаты. Три шага. Мы будем переносить с одной ноги на другую. То есть раз шаг, два шага и три. И на четвертый мы будем ставить точку. Не переносим. Посетить подобные мастер-классы может любой желающий. Информацию о встречах по интересам, времени их проведения можно найти на странице газеты «Химкинские новости», а также в социальных сетях по хэштегу «Химки интересно жить» или на специальном сайте evenadamhimki.ru.